Правильное питание, спорт и отказ от вредных привычек – три составляющих здорового образа жизни. Это мнение россиян, которые изучали специалисты ВЦИОМа. Согласно данным центра, главным способом сохранения здоровья для граждан остается воздержание от алкоголя и табака. Стремясь сохранить хорошее самочувствие, 35% опрошенных не курят и не пьют. Среди женщин – 44%, тогда как среди мужчин вдвое меньше – всего 24%. Больше в сравнении с ранее проводившимися исследованиями стало тех, кто старается следить за своим питанием. Это 28% опрошенных. В целях укрепления здоровья также чаще стали заниматься спортом 24% респондентов. Каждый четвертый россиянин в случае болезни немедленно обращается к врачу и соблюдает все его рекомендации. Каждый пятый регулярно проходит диспансеризацию. Почти половина наших сограждан, это 47%, винит в плохом самочувствии прежде всего самих себя. Данную точку зрения чаще разделяют молодые люди с высоким достатком, нежели пожилые. 4 из 10 респондентов главным негативным фактором воздействия на здоровье называют плохую экологию. А мы же продолжим о здоровом питании. Ему очередное мероприятие посвятили специалисты отдела организации потребительского рынка в качестве демонстрационной площадки столовой администрации, где составили исключительно здоровое меню. В зимние морозы хочется больше овощных, более легких блюд. Поэтому в основном выбор сегодня предпочтение отдают овощным блюдам, которые приготовлены на пару, отварные, или на гриле без добавления масла. Как отметила Алена Викторовна, посетители остались довольны. По мнению организаторов Дней здорового питания, должно быть 365 в году или 366, если учесть, что 2016 високосный.